Ну что ж, друзья, всем привет! С вами снова я, Артём Плотников, и наконец-таки мы с вами встретились, наконец-таки мы с вами продолжаем играть на сервере Premier Game. И что ж, друзья, всем привет, всем здравствуйте! Я очень рад вас всех видеть, и сегодня спустя год и практически месяц мы с вами вновь заглянем на серию Premier Game, что же в нем изменилось, и как вы можете видеть, уже визуально сервер изменился, уже прям, ну, что-то уже вдруг поменялось, новый лаунчер, новое оформление, новые карты, там, ну, дофига чего, друзья, поменялось, и нам предстоит с вами на все это взглянуть и посмотреть, пощупать, так сказать. Ну и что ж, друзья, сейчас мы с вами направляемся. О, кстати, да, на сервере появились мотоциклики. Ну, скорее всего, те, кто меня смотрит, они уже все это знают, все это видели. И, друзья, я прошу у вас, так сказать, помощи в... Ух, уф, уф, сколько новых машин, сколько всего-всего нового, что... Прям даже и глаза разбегаются. И, друзья, я у вас попрошу помощи, помочь мне разобраться во всем, что у нас новое появилось. И, о, Шкода. И попрошу вас, о, Томми Трамп, он с ними делает крутые фоточки к машинкам. Я его даже еще в армейке смотрел, его фотографии в премьер-гейме. И, красавчик, чувак, тебе респект. Молодец, продолжай в том же духе. Вот. И что ж, друзья, мы с вами... Привет. И мы с вами сейчас... Так вот, я уже помощи просил, ё-моё, все никак не могу. В том, что, друзья, помогите мне, пожалуйста, там в каждой серии, там, которую я буду снимать, попрошу вас как бы посодействовать мне, попоказывать там, что новое, что там не новое, на что обратить внимание, что изменилось. Мне это будет очень интересно, и вам тоже будет, я думаю, не западло, так сказать, показать мне новые места вообще, что, как, зачем, почему. Ведь у нас дофига чего поменялось, и сейчас мы с вами отправимся, скорее всего, куда-нибудь покушать, потому что у нас с вами жизни, точнее, не жизни, а голод уже зашкаливает. Так, нам кто-то звонит. О, контроль видеофиксации, вон и камера висит. Привет. Где тебя забрать? Так, ё-моё, я уж вообще ничего не помню. О, да, все отлично. Так, привет, я пока сам, спасибо. Вот, ты где? Я еду по какому-то мосту. Солярис, Яндекс Такси или что это было, или это было Поло? Ё-моё, прикольно-то как, а? Сейчас мы с вами на все взглянем так потихонечку, посмотрим, потому что в одной серии мы с вами... О, заборы, наконец-таки можно в домах нормально ставить тачки, и у тебя их никто не будет забирать, увозить. Ну, вот тут вот чуть-чуть не очень. Особнячки, тут теперь все прям вообще по красоте сделано. Это может быть как дополнительная опция в домах, это может как улучшение дома, там ставить забор, фиг его знает, но... Это круто, друзья. Напишите в комментариях, так ли я думаю, или все же это некоторые дома у нас только так сделаны, что в них есть заборы, но не во всех. Вот это будет мне очень интересно. Так, у меня есть 573 тысячи. Нам с вами нужно будет приодеться. После армии все-таки пришли, нужно нам что-нибудь одеться как-то. Так, затем нам нужно будет с вами какой-нибудь домик, наверное, прикупить. Ну и машинку, конечно же, да. Безоговорочно нам нужно будет покупать автомобиль. Я смотрю, даже старые модели машины то поменялись, и то в другом облике каком-то предстоят. Даже вот простая шестерочка, и то уже по-другому. Итак, у нас опять с вами звонит телефон. Алле, Вилли Трамп. Алле, привет. Привет. Так, ну что ж, давайте что-нибудь с вами скушаем. Давай вот по 150 и 100 как раз таки вообще нам все замечательно будет. Снимаешь? Да, снимаю, и вновь мы с вами продолжаем серию съемок на премьер-гейме. Что ж, тачки вообще никакой открытой нету. Так, будем так дальше гонять. Прости, чувак, Вилен Трамп.
привет тебе, спасибо, что узнал, что увидел, что позвонил, но, дружище, прости, пожалуйста, у меня сейчас совсем другие планы, как бы, и поэтому я чуть-чуть... Так, это все-таки вроде Пола, мне так кажется, или нет? Ну ладно, сейчас мы с вами прокатимся по мосту, мост тоже вроде бы немножко поменялся, смотрите, у нас вдали тоже какой-то пейзаж, вид появился, и там тоже берега, но, скорее всего, здесь... везде эти там какие-нибудь дороги, там еще что-нибудь. Но мы с вами все посмотрим, друзья, не переживайте. В следующей серии это так у нас будет считаться как вводная, поэтому я не судите строго, друзья. Вот, потому что после армейки все-таки я тут дофига чего упустил, дофига чего нового появилось, поэтому не судите строго, а лучше помогайте мне во всем разобраться, и так мы с вами быстрее вольемся. И все у нас будет с вами замечательно. Так, как я помню, здесь у нас были временные работы. Тут грибник, не грибник. Тут мешки можно было таскать. Или это не здесь? Нет, здесь. Но тоже смотрите-ка, все как поменялось, все как красиво стало. Давайте-ка... Я не могу на это не обратить внимания. Приора. Приорик, приорик. Дерево. Тут вон стояночку сделали. Все по красоте, друзья. Мерс, ГЛК. Да? Да, все вообще замечательная работа, дровосек, тут домишки какие-то, ну они вроде бы так и были, вот, вообще так-то все в порядке, все бодро, Беха, Транзит, кстати, да, на Премьер Гейме появились наконец-таки номера, которые у нас не сверху машины идут, а прям где, короче, должны быть, там они и идут, это, кстати, немаловажно и прикольно. Ну что ж, будем отсюда мы с вами выбираться и ой-ой-ой, попрем сейчас с вами дальше смотреть. Везде все что-то новенькое, везде новенькое, прям интересно даже и приятно смотреть на это все. Но здесь вроде бы так и было, только я не помню, здесь ты работы находились или нет. Ну, вроде бы как бы здесь. Ты где срочно нужно? Прости, дружище, но я как уже и сказал, у меня сейчас немножко другие планы. Поэтому не обижайся. Вот. О, нам, кстати, с вами 50 лет. Рома, Рома, привет. Нам, кстати, с вами 50 лет. Спасибо Лене за то, что восстановил мне аккаунт. Он все-таки удалился, как и пишут перед заходом на сервер, что если вы там 180 дней не заходили, аккаунт удаляется, там больше 30 тысяч на штрафстоянке штраф, то машина продается государству. Это все... Так и есть, у меня поэтому сейчас вообще ничего нету, ни машин, ничего. Кстати, давайте взглянем на нашу статистику. У нас 500, кстати, рублей штрафов. Работа, гражданин. Ничего у нас, короче, с вами нету. Вот они, кстати, таксишки. Давайте и посмотрим, что это были за машины. Но это вроде бы как Prius, да? Или что это? Или это Vios? Vios? Похоже, кстати, на Prius очень. Очень похоже на Prius. Но это у нас какая-то Vios. У нас мотоциклик, еще всякие таксишки. Уф. Это Chevrolet Tahoe или это Blazer? Что это такое? Что это такое? Ну скажи мне, что это такое? Субурман? Ё-моё. Ё-моё, я таких даже тачек-то и не знаю. Ой, ББ. ББ. Так, четырка, чипырка, тут у нас все отлично. Кстати, в банкомате вроде можно штраф заплатить. Давайте и заплатим штраф. Когда серия? Серия, я надеюсь, что выйдет сегодня же. Так что... О, стой, чувак, стой, стой, стой. Ты не хочешь меня довести? Спасибо, чувак. Стой. Ну, стой. Да стой же ты. Передай привет боярину. Ну, боярину привет. Ну ладно, как хочешь тогда, дружище, я тогда поеду дальше. О, я сейчас скутер же арендую, точно же. Кстати, вокзалик тоже преобразился. И поменялся, не такой он был. Так, давай, чё, поехали. Заводим двигатель. И всё, чё, попёрли, попёрли. Нифига, Станислав Белов перевёл вам 555 тысяч. Спасибо тебе большое, дружище. Теперь у меня есть лям 100. И... Я уже могу дальше шевелиться, уже даже могу дом. Так, уровень преступности в городе составляет 595. Нифига себе, это много или мало, интересно? Но я думаю, что это много. Так, красный свет, зелененький. Ё-моё, как... Вот я вот сейчас, как вот реально, как будто я в первый раз сейчас нахожусь в премьер-гейме и первый раз вот передвигаюсь по городу. Веста,
И первый раз, как будто я сейчас вот, ну, серьезно, передвигаюсь по городу, потому что для меня это все новое, все какое-то необычное, потому что, ну, блин, ну, реально, когда я уходил в армейку, было все не так. За год преобразилось многое, и, друзья, меня это радует, что премьер-гейм не стоит на месте, это значит, что будет еще больше всяких интересных фигнюшек. Так, кто-то с вами опять смс-ку написал, давайте ответим. 8. Ты же в армии? Нет, я уже пришел как практически месяц, без 14 дней, почти как месяц я пришел, и тут пока документы, не документы, пока все эти бумажки восстанавливал, вот так вот и получилось, что поздно так получилось только снять начать. Нифига себе, тут тоже все как изменили, а? Я вообще этого ничего не помню, я вообще в банк как бы ехал, он вообще на месте остался, но вроде на карте показывают, что да. Обалдеть, обалдеть, друзья, это вообще, это фиаско, точно. Тут что, дальше нельзя, да, ехать? Похоже, или это просто то, что дорога плохая становится. Или Трамп опять. Поздравляю, когда снимать будешь. На самом деле, дружище, я не знаю, кто ты, но ты уже попал в серию, поэтому привет тебе и всех благ, как говорится. Ну что ж, СМИ не курит, СМИ не пьет, объявление ваших ждет. Ё-моё, нифига себе, как тут начали. Так, вообще нам бы в какой-нибудь новенький городочек съездить, что ли, я так думаю, да? Может быть, нас Вилли Трамп хочет покатать, а? Не хочешь у нас, дружище, покатать? Не хочешь? Открой мне дверку. О, от души, дружище. Так, важные места. Ближайшие работы. Казино, трасса Б, зал конференц, страховая, выключить. Офигеть, офигеть. Автовокзал, рыбачок, здание, ресторан, услуги, армия. Не, в армию мы точно не поедем. Ау. Так, дружище, давай покатаемся по новым местам. Куда едем? Ну, здесь вроде бы у нас ничего не изменилось. Единственное, вот мне вот нравится, что раньше везде у нас вокруг была вода, там туда-сюда просто забор вот этот был, а сейчас вот еще огородили по краям. Теперь секунду заправляю, хорошо. Да-да-да-да-да, давай-давай-давай. Вот, то, что теперь у нас везде на краю города идут хотя бы вот такие, типа, скалы, горы. Это намного лучше, чем просто забор и потом вода. Как бы даже красивее смотрится. Блин, новые тачки, это, конечно, вообще крутота. Не знаю только теперь, какую мы будем машину с вами брать, но мы определенно с вами что-нибудь да возьмем. Это по-любому, только я, как уже и сказал, не знаю что. Так что в комментариях, друзья, тоже предлагайте, какой нам с вами автомобиль выбрать. Какой нам с вами автомобиль выбрать на первое время покататься, чтобы он более-менее такой быстренький был. Вот. Будем с вами что-то выбирать. Блин, на самом деле я очень рад, что мы с вами вновь вместе. Машина нравится моя? Ну да, нормально бы, хочу. Что мы с вами вновь вместе, с вами можем дальше снимать, дальше веселиться, дальше узнавать что-то новое. Ваша аренда авто прошла, арендуйте авто заново. Ну ладно, что, ничего страшного, меня довезут, как бы он субар чей-то. Поехали в банк. Да какой банк? Не, поехали куда-нибудь дальше. Не, подгон. Не, вы что? Узбагойтесь, пожалуйста. Субарь тоже нормальный. Короче, вообще все круто и прикольно. Чу-чу-чу. Помнишь кабана сука? Я ж помню. Конечно, помню. Так, тут у нас вроде бы ничего не изменилось. Все как и дальше. Может, ты мне руль дашь? Дай порулить. Ну тут вроде бы тоже стояло, ничего не изменилось. Дайте мне порулить, пожалуйста. Пожалуйста. Не дадите? Держи. О, от души. А у меня права-то вообще есть? Может, у меня и прав-то нет? Ну хотя я вроде бы на скутер сел, но хотя на скутер, наверное. О,
Ауе, ё-моё. Всё, чё. Сейчас мы теперь сами погоняем, тут теперь только скорость надо соблюдать. Тут вся фигня, камеры дофигища в городе, так что нужно быть аккуратным. Ну что, давайте сейчас направо повернем. Здесь больничка вроде бы как была, так и есть. Телефон, Веста черная, казино там же. И вроде бы у нас пока что здесь у нас ничего нового. Давай тебе ее задарим. Не-не-не, вы что, успокойтесь, пацаны. Не-не-не-не-не. Давайте без вот этого. Я куплю себе сам какой-нибудь тазик на первое время. Домик сначала. О, здесь дорогу сделали. Вот это уже круто. Ее здесь вроде бы не было. Так, это что мы? Премьерская область. Это у нас дальше дорога уже вроде бы в какую-то другую деревеньку или куда-то там пойдет, да? Сейчас мы с вами посмотрим. Так, что у нас тут по скорости? 70 всего лишь можно. Ну, мы с вами лупим тут. Ну, ладно, думаю, не закидает меня помидорками. Погнали сейчас в какой-нибудь другой городок. Я вообще, когда уходил в армию, у нас только Милан скоро начинался строиться. Или какой там город, я уже точно не помню. Автосалон. Автосалон, то еще круто. Обалденно. Ой, тут Данилке плохо. Прости, братишка, мне даже нечем тебе помочь. Так, погнали, чё? Погнали, погнали. Там вон здание какое-то тоже. Камера видеофиксации. Мы с вами с превышением скорости. Тут заказ госавто. Я понял. Тут у нас чё? Тут тоже какой-то... Там пикапчик какой-то стоит. Ну, что-то здесь тоже есть. Сейчас, я думаю, пацаны мне помогут, напишут. Тут еще ничего не сделали. Я понял. Так, радиостанция. О, радио сюда перенесли. Ё-моё, обалдеть здесь. Кипиш какой, а? Нива! Хе-хе, прикольно. Прикольно, прикольно. Так, тут у нас какой-то... Ну, здесь вот это вот я вот все видел еще. Вот это вот видел. Ну, тоже вроде бы не в таком виде, но видел все равно. Вот. Погнали дальше. Мне тут говорили какие-то новенькие Стояна. О, точно, Димке Стояну, кстати, привет. Большой. Большущий от меня привет. Так. Чё тут у нас? Ну, мне туда нельзя, понятно. Понятно, понятно, понятно. Потому что там всё-таки только въезд для тех, у кого там домик есть. Кстати, вот здесь тоже ещё ничего не было, когда я выходил. Ну как, вот это вот было, но не в таком виде, конечно же, было. Но было. А, казино теперь здесь? Да ну нафиг. Офигеть. Вот это уже круть. Вот это прикольно, о, рейндж. Вот это, конечно, прикольно, что казино теперь сюда перенесли. А там все-таки в цирке теперь тогда что? Друзья, тоже в комментариях напишите тогда, что у нас теперь находится в цирке. Потому что мне теперь это интересно, что ж там у нас. Так, ну что? Ну что, ну что, друзья? Я думаю, для первой серийки, для первой вводной такой серии у нас как бы... Ой-ой-ой-ой! Простите, пожалуйста, опять пятихатку, только штраф заплатил уже опять. Я думаю, у нас хватит информации, хватит вопросов для вас от меня. Пожалуйста, друзья, отвечайте на мои вопросики в комментариях, помогайте мне снова влиться в нашу дружную, так сказать, семью. Я буду очень рад, буду рад почитать ваши комментарии, предложения. Вот, поэтому, друзья, ну что ж, будем заканчивать нашу первую серию. Надеюсь, что кто-нибудь откликнется, и в следующей серии мы обязательно с кем-нибудь уже куда-нибудь съездим, где-нибудь мне покажут новое место, которое я прям обалдею от которого. Ой-ой-ой, нитрускредит уже какой, а, закись азота какая красивая. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Артем Плотников, канал Escape TV. До скорых встреч, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и буду ждать, как уже сказал, вас всех в своих комментариях. Всем удачи и до скорых встреч.